В храме святой великомученицы Татьяны прошел поминальный молебен по погибшим воинам в годы Второй мировой войны. Священнослужители вместе с прихожанами отдали дань уважения тем, кто так и не вернулся с полей сражения. Господи, душу усопши, крав Твои, ой, Господи, душу усопши, крав Твои, слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господь послал войну, послал такое искушение, такие скорби, страдания для нашего народа, чтобы наш народ очистился от безбожия, от неверия, и вновь люди обращались к вере, обращались к Богу. Мы знаем, что многие военачальники и полководцы были людьми верующими. Мы знаем, что даже сам маршал Жуков всегда носил с собой икону Божией Матери. И мы видим, что действительно святые угодники Божии, они защитили нашу землю. После молебна на подворье храма состоялся праздничный концерт. Участники хора при воскресной школе храма Святой Татьяны исполнили для прихожан песни военных лет.